В городе Щучинск Бурабайского района загорелся столярный цех. Местным огнеборцам вовремя удалось локализовать пожар. 23 ноября в 06:45 на пульт пожарной части поступило телефонное сообщение о возгорании столярного цеха. На место вызова выехали 3 единицы техники и 10 спасателей. Жертв и пострадавших, к счастью, нет. В настоящее время выясняется причина пожара. О возгорании столярного цеха, расположенного в городе Щучинск, улица Верхняя. По прибытии на место пожара информация подтвердилась. Произошло возгорание помещения столярного цеха, помещения встроенной котельной. Сотрудники органов гражданской защиты производят тушение данного возгорания.